Всем привет! Сегодня 1 августа 2022 года. У Романа, то есть у меня, сегодня именины. Жена сказала остановиться в этом месте, включить телефон и начинать снимать. Видимо, будет какой-то сюрприз. Иду. Как на Ромины именины испекла жена пирог. Вот такой ширины, вот такой вышины. Как на Ромины именины испекла жена пирог. Вот такой вышины. Помогай держать, а то сейчас уроню его. Спасибо. Загадай желание. Так. Она не просто испекла, она даже коробку сделала. Какое? Это вырезать надо, это надо сделать монтаж. Ну что, именинник, загадай желание. У меня одно, что ли, желание всего? Ну, можешь загадать несколько. Ладно. Ура! Пусть все сбудется. Спасибо. Вот так мы с Катюшкой отметили мои именины. И я вот во дворе нашего дома смотрю за елочкой. Засохла, конечно, она. Я рассказывал историю про эту елочку. Она у нас еще со времен моей бабушки. У нее на балконе жила. Она стала засыхать, я ее экстренно пересадил во двор. Вот. Но, похоже, она не принялась, не схватилась. Но говорят, вот, что, может быть, еще корни могут дать жизнь. Поэтому пусть пока растет. Голова вообще просто квадратная. Спать удается буквально по там 1.5-2 часа за ночь. Артем нам устраивает концерты, а мы с ним, конечно, тютюшкаемся. Сейчас покажу видео. Катя меня там залавливала, как я ему песни пою, устраиваю концерты. Летит звеня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Спит. Пошли спать укладывать. Спи, наш Артемчик, усни. В доме погасли огни, пчелки затихли в саду, рыбки уснули в пруду, месяц на небе блестит, месяц в окошко глядит. Глазки скорее сомкни, спи, наш Артемка, усни, 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 баба. Начало 5 утра, 1 августа. Встречаем с Артемкой рассветы. Красота-то какая. Приехал в МФЦ на Загорьевскую улицу, получил паспорт. А оказывается, в паспортах теперь можно как черно-белые фотографии, так и цветные. 20 лет прошло вообще незаметно, как один день. Помню 2002 год. В 2002 году я получил паспорт. Был холодный день, вообще все помню, как сидел, как фотографировали. Декабрь был на улице.
А сейчас вот покажу, какой я получился. Сейчас вот, смотрите, цветной. Раньше фотографии были черно-белые в паспортах, ну давно, 20 лет назад. А сейчас, оказывается, допустимый такой вариант. Вышел вот на улицу немножечко подышать воздухом. И сейчас бегу домой дальше помогать Катюшке. Там кое-какие лекарства Артемке надо. У него там колики начались, как у всех младенцев. Это, конечно, жестко. Ночам вообще не спать, квадратной головой, потом обрабатывать какие-то звонки, новые заявки на ведение мероприятий мне, на организацию мероприятий моей жене Катюшке. И мы прям вообще в таком мыле, сейчас в таком астрале, что просто головы наши квадратные. Это же именины с именинами. Подожди, Данилюша. Ладно, пусть. А теперь давай именинную песню. У папы же не день рождения, у папы именины. Давай. С именинами нашего папу поздравляем. Давай, пой. С именинами, папу, с именинами. Каравай. Каравай, кого хочешь, выбирай любую ленту голубую. Спасибо большое, спасибо. Данилюша, ты подарок-то скажи какой папе. Что? Папа, в честь твоих именин тебе картина, да не просто картина, а суперсерьезный портрет. Ого. А лента голубая не просто так в песне присутствует, а потому что это с голубой выписки, где все мы в голубых нарядах, Даниэль. Ого. Картину нарисовала. Папа, готовься, смотри. Ого! Это мы. Это братик маленький. Это Артемчик. Как здорово. Мама, папа. Даниэль и Артемка. Смешно, Артемка вообще. Как брелок. Покажи мне, как я делаю. Бабуль. Круто. Спасибо большое, Данилюшка. Ну ты даешь. Ты крутая, Данилюшка. Спасибо тебе за все. Спасибо. Браво. Спасибо. Рисунок крутой. Очень крутой рисунок. Ты молодец. Да, Даниэлька порадовала. Молодец. Очень круто успела все сделать, реализовать. Теперь я пошла на дорогу. Куда пошла? Куда ты пошла? Вот так и живем, эти денечки. Время 3:00 ночи, я пошел в детскую спать, потому что утром у меня онлайн знакомство с клиентами, общение по предстоящему корпоративу. Потом еду в следственный комитет по поводу бабушки моей. В общем, жизнь бьет ключом. Попробую немножко поспать. Мы тут гуляли вчера в дендропарке с колясками, красота. Вообще, Катя старается каждый день сейчас с малышом гулять. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.